Всем привет! Сейчас мы находимся в Ульме. Че, балдеешь? Выключай. Почему? Я язык показал. Всем привет! Сейчас мы приехали в Ульм на игровую площадку. Приехали мы на машине. Че? Правильно. На машине. Вот так меня. Приехали мы на машине, взяли с собой в багажнике два наших электроволера. Сзади стоят. И сейчас мы гоняем немножко по Ульму на них. Сейчас мы немножко покажем Шпильпляц, который Дженнифер очень-очень любит его. Мы частенько сюда приезжаем с детьми. Вот. Сейчас немножко проведем экскурсию. Да. Чтоб вы знали, что эти два роллера еле-еле вмещаются в багажник. Поэтому надо все-таки какой-то другой прицеп, да, Наташа? Багажник, кстати, у нас тоже большой. У нас Passat. VW Passat. Вот. Последняя модель. Они, мне кажется, одинаковые, да? Да, примерно. Одинаковые. Вот, и да. Там ручки, в общем, не вмещается. Нам пришлось заднее сиденье в серединку как бы положить, да, чтобы у нас влезли наши роллеры. Мы их в отпуск будем вести как велосипеды, наверное. Сзади, снаружи машины, на прицеп. Не на прицеп, а на алфину. Покажем. Ну да, прицеп. Получается, да. Через 3 недели мы поедем в Италию. Вот, взяли там апартмент на 2 недели. И да, хотим их, наши электророллеры с собой взять, чтобы ну, побольше покататься, больше увидеть интересных вещей. Сначала хотели велосипеды взять, и роллеры, и еще и детскую коляску, но, наверное, по минимуму будем брать. Решили велосипеды оставить, все-таки как-никак, сейчас лето, жарко, и решили взять электророллеры все-таки, чтобы, ну, отдыхать так отдыхать уже, кататься, отдыхать. Так, пошли смотреть, как наши скалолазы там лазят. Вот такой вот Шпильпляц, мы сейчас стоим, получается, в серединке, там вот тоже такая ручья, как этот... Горочка, да. Спасибо, Горочка, помогаешь мне. Там вот как этот шаукель для бэбиков. Качельки, да, получается. Там вот какой-то такой, как Nest. Вот дети любят очень на таком шифе кататься. Лазить. Ну и тут тоже такой вот, такая горочка. Сейчас ищем детей. Вот, нашла наших детишек. Они уже тут и катаются вовсю. Сейчас пошли второй раз. Залезут, прокатятся. Я немножко опоздала, не смогла посмотреть. Они уже внизу были. Вот они, наши детишечки. Поднялись. Алло. Алло, Джонни. Алло, Дженни. Покажите, как вы. Дженни, только, пожалуйста, держи его крепко, да? Давай. На старт, внимание, марш! Ой-ой-ой-ой-ой, вот это горка, нифига себе. О, страшно аж как. Ударился Джонник? О, ударился мой мальчик. Все, мама поцеловала, Джонник побежал. Счастливый. А что, она сломалась? А, убрали. Ну, жалко, да. Тоже Дженнина любимая качалка такая. А ты шуйки можешь оставить. А, сейчас пойдем посмотрим дальше. Что у нас тут еще такая качелечка есть интересная, да? Джончик, смотри, как Дженни катается.
Вау, папа. Не хочет брать, она качалка, другой. Так Дженни любит говорить, тебя накачать? Джоник, тебя накачать? Тут тоже интересно так. Лазеечка маленькая. Интересно. Дженнифер любит, конечно, этот шпильплец. Эту игровую площадочку. Еще покажу, там тоже есть отдельная площадка такая для спортсменов. Так. Ну, как сказать-то. Для качков, для... Ну, те, которые любят позаниматься. Тоже очень интересно, прикольно. А, Джоник не хочет, да? А, Джоник хочет вон на бэби-шаукель, качелечку для бэбиков. Сюда, говорит, сюда хочу. Вот так вот, а. С другой стороны пойти. Вот так вот. О, все, Джоник. Счастливый, да, Джоник? Так, детишки передумали шаукель качаться. Это не твой бага. А, Дженни, до сих пор любишь такие, да, пружинистые. А ты, Джонни, куда хочешь? Угу. Дженни у нас спортсменка, она любит такие. Где нужно этот гляечки вещь, как равновесие держать. А, шарф он нашел. Погребсти немножко, да, Джоник? Жарко становится, да, уже? Вот Джоник уже прошла тут, а вот все бревна. Пока я с папой сейчас блякала. Да, Дженни? Да. Что тут у нас? Опять какая-то горочка. Меня потянули куда-то, да? Ага, папа под... Ой, господи, что не упало? Господи, сзади камень большой. Папу Джоник потянул. Попрыгать. Ага. Сейчас тоже сходим туда с Дженнифер, да, Дженни? Что, не хочешь на горочке? Ты не хочешь на горочку? Нет? Передумала? Пошли к папе с Джонником. Вместе будем. Попрыгаем там. Джоник, а что, не хочешь прыгать? А? Жарко становится, да, сегодня? Дженни, он с папой прыгает. Иди прыгай. Что такое? Мама. А? Ну, нельзя бага, это не твой бага. Да, это мальчика какого-то. Нашел бага тут. Лежит он. Экскаватор. Это его любимая игрушка. Да. Надо было брать Джоник свой. Да. У нас бы места не хватило бы. Один рюкзачок. Попить, поперекусить. Возьмите Джончика и идите туда. Я сейчас приду, роллеры подстегну. В общем, выходим мы с этого... Шпильпляться. И идем на другое. Это как выходит там взрослый для детей там. Это. А, что я говорила до этого? Качаться. Тут тогда в основном приходят дяди, качаются, занимаются. Вот Дженнина тоже любимое место такое. Полазить любит у нас обезьянка до сих пор. А, где Джоник? Что-то солнце в глаза светит, аж не вижу, где дети. Вот, все в темничек зашло. А, Джоник? Нравится тебе? Что это такое? А, какое-то штуфы, да?
Ага, ну, тяжелая, она не поднимешь. Где там Джинни? Только что видела. А, она любит разгоняться тут вот. Так вот, разгоняется, по этой стеночке забирается наверх. Тут уже обезьянка маленькая. Любимое ее место, конечно. Мы сюда часто приезжали. Ну, приезжаем вообще-то с подружкой Дженниной. Лучшая подружка, best friend. Играться. Они это место, да, любят. Нравится, Дженни? Да. Да. Ничего то, что ты босиком, не? Нормально? Ножкам не больно? Джонник, что с тобой? Что за кашель тут? А тут вот занимаются, качаются. Дяди. Папа пришел. А ты где папа был? Ну, ролик. А, роллеры. Ну да. Увезут еще. Пойдем пешком. Чтоб меньше было видно посторонних. Вот так. Ой, какой ты. Молодец, Джончик. Спортсмен. Еще один. Угу. Что мне этот шпиплец еще нравится, то что вот это вот есть лавочка, можно посидеть. Посмотри за детьми. Если, конечно, дети самостоятельные. Ну, что-то прикольно тоже. Рядышком, что можно детям что-то покушать дать и не париться, выбросить мусорку. Дженни у нас все лазит. Она у нас, конечно, спортивная девочка. Так, зашли мы опять. Эта калиточка специально сделана. Вот. Оттуда мы пришли. Огражденное все. Для маленьких детишек. А там вообще кто-то день рождения справляет. Тут столики стоят постоянно. Все чистенько. А Джоник уже качается. Дженни, молодец. Бэби-сита. Вот. Там вот тоже вон столики. Дженни, ну, классное место, конечно. Там вон лежаки такие прикольные. Вон. Какой-то дядя уже катается. А вон еще один. Прикольный. Вот это да. Дни рождения справляют. Тут чисто, тут ничего не скажешь вообще. Супер, конечно. Следя за этим. Ой! Дженник нравится? Дженник нравится? А Дженни нравится? Ой, Дженни. Сейчас мне в глаз пяткой. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Всем пока. Всего хорошего. Чиз. Дженни, скажи пока-пока. А? Как будем ехать обратно на роллерах. А, сделаем еще видео, да. Смотрите, подсоединяйтесь. Смотрите наши новинки. Будем постоянно что-то вылаживать. Показывать, что есть. Вот. Всякое новенькое, интересные вещи. Да. Давайте. Всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем очень рады. Пока всем.